Мы приедем, посмотрим. Мы в Чехии. О, автобусы чешские. Все на чешском и более-менее понятно. Не видел ни одного указателя на английском. А не, вот я увидел один. Второй указатель на английском. Все больше и больше указателей на английском. Мы в Чехии, в горах, и думали, что будет снег. Но снега, к сожалению, нет. Вот эти подъемники, спуски. Мне солнце светит, я не вижу, что я снимаю. Там школа. Дети спускаются. И вот горы. Высоко-высоко в горах есть снег. Но где мы находимся, снега нет. Это домик касса. Там немножко дальше прокат. Кафе. И вот тут тоже кафе, в котором мы сидим, отдыхаем. Но оно не работает, оно работает только с 11:30. И то, может, не работает. Но очень красиво. Снега нет. Мы нашли снег. Мы все-таки его нашли. Здесь недалеко школа, которая учит, как кататься на лыжах. Дети кричат, видимо, ходят в эту школу. Но мы нашли снег. Да? Наконец-то мы нашли снег в горах.
Мы катаемся на чем? На этой, я забыл даже как это называется. Канатная дорога или как она называется? Типа того. Ну что-то такое. Подъемник, вот. Нам очень страшно. Я от страха забыл, как это называется. Нам очень страшно. Мне даже страшно телефон держать. Ну вот это, вот мы я на такой высоте. Я проходил игру, где вот так вот поднимались. Да? Да. Ух ты. Да, мы проехали. Это мы едем. Еще едем. Мы, по-моему, на 1000 километров, да? Забираемся в гору. Километры. А какие? Ой, метры. Ну, 1000 метров, ой, простите. Километры это... Ну да. 1000 километров это ты в космос летишь. Ну да, извините, простите. Самая большая гора в мире. 8 километров. Ну, значит, мы взбираемся на самую высокую гору в мире. Ага, выше Эвереста. Это какая-то... Красотень. Не знаю, видно ли, не видно, но очень красиво. Горы, какая красота. Мы увидели снег. Хоть искусственный, но снег. Мы его все-таки нашли. Пойдем дальше гулять. Вот сюда мы приехали. Поднимались, поднимались и приехали. А там лес. А это наш актер. Это карта. Гор, наверное, вершины, красота. Идем дальше. Это непередаваемые ощущения этой красоты. Наш актер нашел снег. Очень сильно сейчас пожалею, но я иду на спуск. Я уже об этом жалею. Я туда дальше не пойду, потому что я боюсь очень сильной высоты. А вот эта машина, которая делает искусственный снег.
А это наш актер. Там сильно крутой спуск. Ну, такую высоту мы забрались. Как в сказке. По этой канатной дороге мы поднимались. Сейчас будем спускаться. Нам было очень страшно. Безопасности практически нет на этих дорогах. А здесь реально как в сказке. Искусственный снег. Минус два. Не надо. Пойдем туда посмотрим. Вон в ту сторону. Там. А где сама канатка? А там она. Еще не работает. Видишь, все ждут уже тоже назад хотят. Как в сказке. Про морозку. Идем посмотрим туда. Олег, пошли туда посмотрим. Не хочешь? Здесь побудешь? Я там посмотрю. Я здесь посмотрю. Теперь мы спускаемся, и нам больше страшно, чем было на подъеме, да? Мне не страшно. Не страшно? Вообще. Горлышко не закроешь, не нужно? Не знаю, правильно ли, но вот это 11-я, вот такая вот. Такая вот штука, это 11 номер. Мы 12 штучек будем такие проезжать. 12 остановок. Ну, не знаю, как остановок, не остановок. Ну, в общем, вот эти баллы. А зачем не знаю. Вот эти чтобы канат держать. А вон там тоже искусственный снег делают. И мы наконец-то в горах. Наконец-то там, где есть снег. Так мы едем на лыжах. Thank you.
научимся кататься с инструктором. К нашему инструктору часто подходят и что-то спрашивают. Так он часто отвлекается. Но чему-то мы уже научились за полчаса. Наш инструктор с Киева. Денис его зовут. Мы уже отзанимались час и начинаем уже спускаться, правильно спускаться. Такая небольшая учебная трасса, только в школе. Наш тренер пошел, сказал, что мы будем заниматься здесь 2 часа. Нам разрешили, и вот мы тут занимаемся. А так здесь можно прийти. Я так понимаю, что нужно заплатить. Не знаю сколько, но что-то нужно заплатить и вот заниматься. И здесь все для маленьких. Тренер вам показывает, как нужно ехать. И тормозил. Я тормозил. Ура! И еще раз. А это горы. И снова горы. Сегодня таких машин очень много поставили. Искусственного снега. Абсолютно ничем не отличается от настоящего снега. Мы на небольшой горке. И это снова наши горы. Если вы не были в горах, побывайте хотя бы раз. Вот такие спуски. Не знаю, видно, не видно, потому что мне солнышко так светит. Но есть такие спуски. О. Есть. И пока еще не спускаются, некоторые из них не работают, но вот вон та, тот спуск. Поставили тогда тоже искусственный снег. Мне кажется, когда будет больше этого снега, будут спускаться.
такой, тут есть такой мостик. Там есть трасса. Не знаю, видно, не видно, но есть трасса из серпантина. Там люди на лыжах катаются. Именно лыжники. Не на доске, а на лыжи. Еще более интересные машины едут. Сейчас появится у нас на горизонте. Вот она. Это особо не нужно снимать. Вот мост, и там трасса. А это снег. Идет прямо на нас. Здесь лыжница спустилась. Вот лыжник едет. Здесь очень много. Вот она, эта трасса. Дальше она так заворачивает. Вот так вот идет. Там серпантина. Вот тут маленьких тоже детей очень много. Молодцы. Умеют кататься. Тихо, вы тоже научились. Простите. Но мне нужно взять подушку. У меня вот что-то можно на лыжнике. Сейчас мы сберемся на эту на гору. Ну и кто-то упал. Ничего, сейчас встанет и пойдет. Вот, дальше. Нет, не может. Больно. Наверное, больно. Не знаю. По мосте? Напевно? Напевно. Добре. Мальчик злой. Ничего страшного. Едем дальше. Вот такой. Такой слой снега. Вот так дальше трасса. Она вся идет серпантином. Вот так дальше дорога идет. И все здесь катаются. От малого до великого. Надо не заблудиться. Все, идем назад. Воздух чистый, свежий. Вот мальчик как собирается. После полтора часа тренировки мы уже сами поднимаемся. И сами сейчас будем съезжать и тормозить.
съезжаем. Сам съезжает и сам тормозит. Молодец. Суперово. Пятерка. Это победа. Устал, конечно. Но ничего, зато результат есть. Мы сейчас едем вправо. Вот такая снежная дорога у нас. Снег. И очень плохая дорога. Вот так. Расскажи, как мы платили за платную дорогу. Да, там нужно через специальный сайт ходить. Потом регистрироваться там. А потом заводить свои деньги, и тебе приносят электронный билет. Ну, присылают электронный билет. На электронную почту. На электронную почту. Отводишь данные, только регистрационный номер, дата регистрации и все. Да. Даже не будешь фамилию и имя. Угу. Что? Время поездки — это 10 дней. И стоит это 310 крон. Потому что это 61 злота. Да, 310. А в Польше сложнее. Ага. Так, 15. Указатель. Более-менее погода уже. Туман рассеялся. Более-менее видно. Там танцующий дом. Это кафе в нем, да, как Олег сказал уже. Не можем, здесь дорога, не можем его очень нормально. Это кафе. Там далеко-далеко есть крепость. Но я скажу, мне Прага очень сильно напомнила Львов. Особенно по дорогам. Здесь почти везде брусчатка. Вот он, это танцующий мост. Ой, дом. Этот знаменитый мост. И там такие красивые дома.
Уже рестораны. Уже не плывут. Это Прага. Мы въехали в Польшу. Тут трасса более освещенная, хотя в некоторых моментах она не такая освещенная. Мы уже проехали границу. Мы только-только проехали. Да, вот, недавно проехали. И вот фонари. Ну, конечно, вначале было много фонарей, сейчас их меньше, но есть. Смотри, там есть вот, да. Есть. Да, два фонаря вот я вижу. Ну, по крайней мере, мост освещает. А не, вот третий фонарь я увидел. И машина освещает. А вчера этого не было, кстати. Да, и машины освещают. Вот так вот. Так что мы уже в Польше. Мы въехали в Польшу. Тут трасса более освещенная, хотя в некоторых моментах она не такая освещенная. Мы уже проехали границу. Мы только-только проехали. Да, вот, недавно проехали. И вот фонари. Ну, конечно, вначале было много фонарей, сейчас их меньше, но есть. Смотри, там есть вот, да. Есть. Да, два фонаря вот я вижу. Ну, по крайней мере, мост освещает. А не, вот третий фонарь я увидел. И машина освещает. А вчера этого не было, кстати. Да, и машины освещают. Вот так вот. Так что мы уже в Польше.